Итак, ребята, здравствуйте, здравствуйте. Это снова я, Жуков Владимир, и канал «Мир своими глазами». Ну, у нас сегодня на календаре 11 августа, год 2020. Вот, приехал на Усу снова половить хорюска. Ну, начал я сегодня нетрадиционно, конечно, а начал с блесны. Блесны, вот такой хлопчик мне попался. Хорюзок достойный, не правда ли? Да. Поставил я двоечку, вот такую вот, 5 грамм. Да, ну, вроде пока клюнул. Пока клюнул, вот такой экземпляр. Вот такой экземпляр. Довольно-таки неплохой. Ну, вот здесь будем рыбачить, ребята. Ну что ж, погода сегодня неплохая. Уровень в Усе отличный. Не прибавилось, не убавилось. Вот в этом рукаве и сегодня начнем, ребятки. Здесь мои амбундирования. Ножик, еще одна удочка на всякий случай. Ну, по-моему, удочка. Вот это, конечно, слабовато, если честно, я взял. Ну, как бы хорошо закидывать. Ну, посмотрим, какой вес у харюза будет. Здесь лодочки стоят у ребят. Местные аборигены. Ай, красавец! Ай, красавец! Ай, красавец! Ну что, положу я тебе сюда. Налью воды. Да. И продолжим. Ну, взял харюс возле берега. Вот здесь очень глубокое место, но пока не берет. Ну, посмотрим, что будет дальше. Да. Ставим здесь. И продолжим. Продолжим рыбалочку. Жалко, конечно, ветерка нет, ребята. Да бы все хорошо. Но от ветерочка бы не помешала бы. А, атака была. Ну, второй номер, наверное, большовато все-таки, я думаю. Кстати, харюс уже начинает потихоньку скатываться, ребятки. Так что надо спешить, не спеша. Иначе пройдет харюс. Ага, есть. Стоит там. Ох ты, красавец. Ах, красавец, ну красавец. Ты посмотри, красота какая. А экземпляры, да какие хорошие, посмотри. Ага. Ну, как бы неплохо. Ну, берет все-таки. Ну, посмотрите. Красавчик какой. Рыба вкусная, просто обалдеть, ребята. Просто, блин, харюс — это что-то. Это неописуемо вообще рыба. А когда она еще и клюет. Ну вот, друзья, еще один экземпляр. Но уже берет неактивно. Взял тройником, здорово. Берет уже неактивно, вечереет. Пытался на первый номер поставил, не брало. Тяжелял вот немножко здесь. Но все-таки поставил опять на третий номер. Вот в крапинку черную харюс берет, да. Не берет на эту. Ну что ж, буду выключаться, сниму. Вот такой харюзок попался. Ладно уж, не буду показывать. Всем пока-пока. Попался мелкий мне. Убегает. Посмотри, блин. Шустрый, как электровеник. Слушай. Сейчас отпущу, подожди. Вот такой карандашик.
Ну-ка, друг. Ага. Ты еще в форме? Молодец. Ну вот, уважаемый зритель, сменил тирульку, поставил. Вот, вышивает. Хороший попался. Хороший экземплярчик, веселый. Чуть не сорвался было. Ну вот такой красавец. Уже на тирульку клюем, значит. Блесну не хотим, хотим тирульку. Вот такой у нас хариус. Небольшой, но вкусный. Дай бог, не последняя.